Девочки, всем привет! Так как у нас нарисовался корпоратив, именно в этот день, поэтому я быстренько зашла, быстренько давайте все это сделаем. Мы быстренько все сделаем, вот, и я пойду отмечать. Извиняюсь, то, что я одна. А Юлечка заболела, она себя плохо чувствует, поэтому она не смогла. Вот, ну, в принципе, на мое везение и на мою удачу давайте будем рассчитывать. Нам поможет Джема Official, она будет держать комментарий, телефон. Вот, поэтому... Я отправила тебе. Так, Пупсик, возьми вот так вот. Так, держи. Так, девочки, смотрите, сначала мы открываем все комментарии и загрузим сначала полностью все, чтобы им видно было. А потом начнем выбирать. Это не... Давай я сейчас, пока я могу подержать. Это будет долго, комментариев много. Поэтому всем желаю удачи. Видите, да, комментарии не заканчиваются, их очень много. Желающих перед Новым годом выиграть много. Да, всем хочется костюмчика. А? Я не знаю, какая разница. Он слабенький, надо двойной. Давайте двойной. Да, это очень... А вы всегда пропускаете. Боже, чуть-чуть. Здравствуйте. Вы армяне, я понял. Сразу. Мы русские. Да ладно. Да. А ну, похоже на армян. Ура, это ваши русские и дети. Опа. Начинается просто. Вы сразу поняли. Сразу он понял. Внимательно надо бы следить за моим профилем. Чтобы потом не спрашивать, что за конкурс. Офигеть, комментарии не заканчиваются. Сидеть здесь, чтобы меня постоянно двигали, это невозможно. Не-не-не, сиди. Подожди. Подожди. Поговорить будет только через полчаса. Посмотрите, они не заканчиваются. Не заканчиваются. У меня хронический насморк, когда холодно. Ничего не хотел. Ай, светит. Ну давайте уже, ну откройтесь все. Ой, да, Светулечка, все хорошо. Все, итак, все комментарии загружены. Значит, у нас 3 победителя. Начинаем. Поэтому заранее, не без обид, конкурсов еще будет много. Мы проводим периодически, вообще регулярно. Поэтому всем удачи. Понеслась.
Так, первое. Заходим. Профиль открыт. На Амироле подписано. На меня подписано. Делаем скрин. Ой. Ну давай. Да что такое? Что я сегодня туплю? Понеслась дальше. Второе место. Профиль открыт. На Амироле сразу вижу подписано. А на Кристиночку. И на Кристиночку тоже. И последнее, третье место. Чтоб это было честно. Так, Милана, проверяем. Амироли есть? Кристина есть. Девочки, всех поздравляю. Кто не выиграл, мы обязательно еще будем проводить конкурсы, вы не переживайте. Вот, поэтому все, кто выиграл, девочки, я отмечу в тирах. Вы свои странички увидите. Возможно, по каким-то причинам вы не смогли смотреть сегодняшний эфир. И вы можете написать на страничку Амироли Стор, либо она с вами свяжется, подождать. И забрать свои подарки. Всем шикарного настроения, отличного вечера.